С 1 октября в регионе началась подача тепла в жилые дома и объекты соцсферы. С 1 по 5 октября теплоснабжение будет пущено в 90% муниципалитетов региона. Большинство больниц, школ и детских садов в регионе уже начали отапливать. Хотя по температурным нормативам тепло пока можно и поэкономить. Видимо, так решили в Кохме и Ивановском районе. Там трубы нагреются с 5 по 10 октября. Я думаю, что Кохма со своими долгами просто реально экономит деньги. А вот Ивановский район, может быть, из того же принципа, формально к муниципальным властям достаточно сложно придраться, потому что сегодня температура наружного воздуха позволяет еще не начинать отопительный сезон. Но и губернатор, и мы обратились письменно ко всем главам начать отопление в первую очередь в социальных учреждениях. И будем сейчас и с Кохмой, и с Ивановским районом, и с некоторыми другими, их буквально еще пара, которые вот задерживают пуск, форсировать пуск в социальные учреждения, в детские сады, школы, больницы.